леса сводят так. Бросают гниют. Бросают, гниет. Вот находится магазин «Теремок». Город Лобня, Московской области, Дмитровский район. Так распивают спиртные напитки выходцы из Украины и Молдовии, и еще какие-то. Вот такие два букета лилий у меня стоят прямо на полу. Напротив шкафа. И сюда поставила три кустика. Три веточки лилий. Сегодня жарила кусок сама. Огромный, на всю огромную сковороду резать не стала, зато переворачивать замучилась. Ну, вкусный, жирный, сочный. Здесь сварила щи из свежей капусты. Вот еще косточки не обчищала. А здесь у меня брокколи, морковь немножко, фасоль, мясо немножко. Ну, в общем, мясо с овощами для меня. О, Бася пришла есть. Ешь, Бася. Вот это она сама жареного ест. Рядом у нее судак порезанный и сливки 20%. Вот так.